Потому что ВП сейчас 100% старается сделать все, чтобы они появились. Паша, Primal Roar, прямиком в Найтсталкера, снова убивает Боннера в начале файта. Тем временем Кристалл Лайф на контринициации пытается зафокусить Нуна. И пока что Урсу держит, она не может помочь своим тиммейтам. В конце концов, ее не забирают, зато Лил продает свой Кристалл Мейден. Но он получает станчик. ЦК, Эбби Soul Blade в него, практически весь фокус только в ЦК, Кристалл Айс все еще живет, но в конце концов погибнет, но он умрет за всю команду Virtus.pro. Вайпер, это гисы байбэк, который имеется, и он сразу же его использует. Дэнди вместе с генералом собирается зайти на хайграунд и доломать здесь мидл, возможно, еще и ботом, потому что он полностью открыт для того, чтобы занести его. Дэнди фиксует, Этериал Блейдит, Ноуана, но Нунчик еще живет. Да, конечно, Дэнди там куда-то убежал посреди драки. Я так понимаю, он гнался за одним из героев ВП, но как только вернулся, моментально склонил чашу весов в пользу Нави. И ломают они вторую сторону. Они очень близки к победе на этом турнире.